21 января состоялись отчетные встречи акимов поселка Аксу, Заводской и села Кырыкудык с населением, на которой были озвучены итоги их социально-экономического развития за 2019 год. На отчетных встречах также присутствовали аким города Степногорска Эркибулан Баяхметов, исполняющий обязанности секретаря городского маслихата Олжаш Закпаров, а также руководитель отделов акимата города. Первая встреча состоялась в селе Кырыкудык. Аким села Дулат Жахин проинформировал жителей села о проведенной работе в предыдущем году, отметив рост поголовья скота за счет открытия новых крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, занимающихся развитием животноводства. В сфере социальной защиты населения адресную социальную помощь в селе получает 21 семья. Также 33 жителя села получили единовременную социальную помощь, отметил Дулат Жахин, и значительное преобразование средней школы и благоустройство села. В 2019 году за счет средств местного бюджета в течение всего зимнего периода производилась очистка дорог от снега. ИП «Голоядов» вывез 3000 кубометров крупногабаритного строительного мусора. Может произвел текущий ремонт дороги по улице Ханыша-Сатпаева на сумму 1 миллион 400 тысяч тенге. А также произвел частичную подсыпку дорог по улице Панфилова, Сейфуллина, Кунанбаева, Алтенсайна и Гогенбай-Батыра. Мы вывезли, снесли и вывезли 30 заброшенных наших старых зданий и сделали подсыпку дамбы. Установлено 147 адресных аншлагов. Мы наконец отремонтировали старое здание медицинского пункта и перевезли туда акимат села. Также по улице Ханыша Сатпаева за счет городского бюджета были проведены работы по текущему ремонту уличного освещения. Установлено и подключено 12 осветительных приборов. Кроме того, предприятие «Степногорск-Водоканал» произвело текущий ремонт водонапорной башни. Вода проведена в 118 домов, что составляет 92%. Население воду подключило за счет собственных средств. В свою очередь, аким города Эркибулан Баяхметов особое внимание уделил вопросу предоставления земельных участков для выпаса скота. Один момент. То есть вы должны с ними непосредственно работать, им в этом отношении помогать. Надо с прокуратурой отработать, надо с земельным инспектором отработать, нашим. Акурского района, да, отработать все эти вопросы порешать. Причем, смотрите, это вот такое ответственное, которое. Потом создаются новые ИП, видим же, ИП, ПХ создаются. Для них нужны земли. Вот для них нужно делать точно так же, стараться, чтобы мы могли с вами в приоритетном порядке постараться отработать возможность предоставления земли. Из той, что у нас есть земля, у нас тоже есть земля там, в ту сторону, также, да, дополнительно посмотреть. Но и в том числе есть свободной земли, которую Акурский район может представить для фермеров. Далее отчетная встреча состоялась в поселке Аксу. Аким поселка Аксу Марат Смагулов сообщил, что в 2019 году в поселке открылись 6 объектов малого и среднего бизнеса. Завершены работы по ремонту дорог. В рамках восстановления благоустройства после завершения реконструкции систем водоснабжения предприятием «Степногорск-Водоканал» проведен текущий ремонт дорог Кварцитки по автобусному маршруту. Одной из больших проблем у нас в поселке был вопрос по обеспечению качественной питьевой водой, поэтому в прошлом году мы завершили эти работы по подключению домов к централизованному водоснабжению. Общее количество потребителей составляет 728 дворов. Степногорск-Водоканал создал бригаду по обслуживанию сетей, которая базируется в здании акимата. Также Марат Смагулов добавил, что в рамках меморандума с горно-металлургическим концерном «Казахалтын» начаты работы по ликвидации свалок строительного мусора. Уже вывезено порядка 1000 тонн строительного мусора. Работа продолжится и в этом году. На средства из областного бюджета проведен текущий ремонт здания Дома культуры поселка. Отремонтирован зрительный зал и холл. В завершении выступления Марат Смагулов проинформировал о дальнейших планах развития поселка. Основными направлениями отметил развитие малого и среднего бизнеса, трудоустройство граждан, а также ремонт дорог. В свою очередь, аким города Эркибулан Баяхметов поддержал инициативу акима поселка и дал положительную оценку его работе. По ремонту дороги. Здесь у нас два направления есть, по которым мы с вами будем работать. Первое направление — это в рамках того, что в свое время то, что вот вас подключили к воде, да, там у нас проект не завершен, где-то порядка 187 миллионов. В любом случае мы просим с республики, это именно на Аксу и на Заводской, на завершение проекта и на благоустройство территории. Мы прекрасно понимаем, что работы там по воде только были закончены, поэтому пока грунт не утрамбуется, пока это не будет, он все равно будет проваливаться. Мы все-таки надеемся, что при уточнении этого года нам эти деньги будут выделены на завершение проекта полностью компаниями «Казахалтын» и «Казахалтын Технологи». По трудоустройству. Вопросов всегда очень много, потому что мы все тоже прекрасно понимаем, что и «Казахалтын Технологи»,
и наш Казахалтын, там есть определенный лимит по численности работников. У вас желающих, конечно, очень много, но в то же время мы должны тоже прекрасно понимать, что невозможно всех, наверное, людей там прямо устроить на рудники и там, на фабрику, да, это нереально просто. Поэтому мы всегда должны понимать, что должна быть альтернатива. Альтернатива – это должно быть занятие бизнесом. В этот же день был заслушан отчет акима поселка Заводской Марата Мадьярова. Он отметил, что за период 2019 года в поселке свою деятельность начали 4 индивидуальных предпринимателя, открылась птицефабрика. Поселок Заводской обеспечен 100% централизованным водоснабжением, произвели реконструкцию системы водоснабжения. ГКП на ПХВ-степной водоканал в рамках восстановления благоустройства после окончания реконструкции водоснабжения поселка произведен средний ремонт дороги улицы Каныш-Сатпаева, отремонтировано 800 метров дороги. Также произведена подстройка внутренних поселковых дорог, подана бюджетная заявка на средний ремонт дорог на сумму 15 миллионов по улице Боржома-Мышалы. В случае одобрения данной заявки в 2020 году планируется произвести средний ремонт данной дороги. По итогам отчетных встреч на вопросы жителей были даны ответы и разъяснения. В целом, основные вопросы касались сферы здравоохранения, ремонта помещения дворового клуба «Арман» в поселке Заводской и расчетов на опрессовку системы отопления. Ответственным руководителям были даны соответствующие поручения.